Ну что, у меня начинается новая история, новые герои, мальчик с девочкой на коньках. Придумываю для них такой вот каток. Заранее обвела овал, форму для него, и сейчас формирую забор. Вот. Придумываю к этому забору фонарики. Остальное смотрите в следующей серии. Ну что, дальше продолжаем историю про мальчика и девочку на коньках. Вот, начала оформлять дом. В этот раз решила кирпичиков добавить. Каток. Вот, решила с фольгой сделать, чтобы было отражение. Вот, выбрала снова гамму такую новогоднюю. Понравилась мне идея. Вот так я и придумала с фонариками. Посмотрим, как в итоге это получится. Зажигаем огонечки. Делаю фонарики, украшаю дверь, добавляем зелени, новогодний венок, оформляю окошечко. Ну вот, финал уже близко. Осталось добавить снега, дорожки, фонарики. Осталось все самое приятное и красивое. Ну вот теперь точно можно уже посмотреть, что у нас получилось. Так, мне нравится, как переливается каток, лед на катке. Такой вот милый домик с прокатом получился. Вот, уже добавила снега, повесила светящуюся гирлянду. Мне кажется, история получилась хорошая. Я довольна. Как вам?